Строителями Усть-Илимского лесопромышленного комплекса одержана большая трудовая победа. Сдана в эксплуатацию вторая очередь целлюлозного завода, крупнейшего предприятия лесохимии на востоке страны. Ее мощность 250 тысяч тонн целлюлозы в год. Сооружаемый с участием стран-членов СЭФ Усть-Илимский завод – предприятие высокой технической культуры. Все процессы переработки древесины здесь полностью механизированы. Главный пульт управления с сотнями сигнальных ламп – электронный мозг завода-гиганта. Всего год потребовался строителям и монтажникам, чтобы удвоить производственный потенциал предприятия. Во знаменование 60-летия образования СССР приняты повышенные социалистические обязательства. После освоения проектной мощности Усть-Илимский завод будет ежегодно производить 500 000 тонн беленой целлюлозы, необходимой для выпуска высококачественной бумаги.